Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Лилия Горопаха, я рада приветствовать вас на моем канале. Мы продолжаем с вами подготовку к Новому году, году крысы белой, и в этом видеомастер-классе я вам покажу, как же сделать вот таких милых крысят. Посмотрите, какие они симпатичные, очень нежные, беленькие крыски. Кому интересно, оставайтесь со мной. Все материалы и инструменты вы увидите в процессе работы. Thank you.
Итак, дорогие друзья, сегодня у нас получились вот такие симпатичные крыски. Символ 2020 года. Как видите, делать их совсем не сложно. Ну, а на этом я закончу свой видео-мастер-класс, дорогие друзья. Если вам был он полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Делитесь, конечно же, такой интересной идеей со своими друзьями. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео с интересными идеями. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч и до новых видео-мастер-классов. Всего вам доброго. Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Годом белой крыски.